Здравия! Вы находитесь на канале Братьев Приходько. А мы находимся на берегу реки, собираем вещи. Я сегодня с Николаем, с другом Александром. В общем, сейчас собираем вещи и потихонечку выдвигаемся. Ага, только фонарик видно. Короче, сейчас как поеду вниз. Ну-ка! А, снег валит. Не хочет ехать. Не получается у меня поехать с этой горки. Снег липкий. У нас температура плюс один показывает. Ну да, тут даже так волокуши не едут. Вон. Не хотят. Вон вода вышла уже. Добрались мы до места. Коля уже пробурился. Мы тут с прошлого раза отметили более или менее, где нам буриться. Видно, как говорится. А то в прошлый раз пришли, так же темно было. Вот, сегодня немножко, получается, сместились вниз. Вот, и будем тут ловить. Саня он там колдует. Че, сколько глубины? Ну да, так и получается, трешка. Все, будем утаптываться. Чтобы рыбки нам поймать, надо место притоптать. Так, ну я тоже бурюсь, в общем. Сейчас вам покажу Сашина ноу-хау. Это бывший сачок, да, Сань? Да. Из сачка сделал. Так, только не пойму, как он у тебя... А, во! Оп! Видали, какая штука получилась? И можно вот так делать. Раз. Ой, как все удобно. Как раз вот такую надо мне делать, чтобы спину не напрягать лишний раз. Просто уникальная вещь, я вам скажу, ребят. Круче черпака еще я не видел ни у кого. Кто может показать черпак круче, покажите. Я посмотрю. Вот такая вот штукенция. Так, опускаем кармак. Ну да, здесь глубже у нас отметка с прошлого места. Как раз полметра побольше. Ну попробуем сегодня на глубине, что будет. Я сегодня в легком костюме. Сейчас вам покажу, как мы расположились. Ровно в одну линию выстроились. В общем, моя палатка посередине. Колина. Вот палатка. 5 метров от меня не видно, немножко темно еще. Вот моя. А вот Саня тоже метров 5 от меня. Саша тут уже, привет. Всем привет. Располагается. В общем, сели удачно, довольно-таки. Будем теперь ждать рыболовную удачу, да? Сейчас тоже буду удочки ставить. Так, одну вот такую поставлю. Нимфа весняночки, в прошлый раз на нее рыба попалась. Значит, мы в этот раз тоже ее установим. Вот такая вот нимфа. Не знаю, видно, не видно. У нас есть в группе все нимфочки. Смотрите. Удочка за рубль 35 копеек еще покупалась. Сам покупал когда-то. И вот как вот ее бросить? Не могу, ребят. Сколько бы вы мне ничего не говорили, это мои любимые удочки. Реликвия. Я уверен на 100%, что у каждого рыболова есть своя реликвия рыбацкая. Какой-нибудь чемоданчик, коробочка или удочка, которую он никогда не бросит. Вот так я. Да, я уже говорил, эстетика здесь особо сильно не нужна. Самое главное — практичность и чтобы снасть была сама хорошая. А лесочку мы поменяли. Все здесь замечательно. Крючочки новые, нимфочки тоже обновили некоторые, так что все
Все у нас прекрасно. Нижний крючок у меня с бусинкой желтенькой. Крючки маленькие, поэтому за него удобно браться. Ну и рыба видит. Как мини-мормышка. А то крючки мелкие, их пальцами тяжело удерживать. Особенно если руки замерзнут. В общем, вы поняли. Кто в теме, тот всегда поднимает. Так, все, первую снасть опускаем. За рыбой. Все, глубину нашел. На одну удочку. Готово. Так, одну ставим удочку с золотистой мормышкой. На нее сразу парочку опарышей нацеплю. Во. И червячка вниз. Обязательно. Тут также вот у меня для удобства. Раз. И все, и крючочек в руках. Вторая пошла снасть в воду. Ну и как всегда, одна удочка будет у нас стоять с зеленой нимфой. Куда же мы без нее? В прошлый раз также зеленая нимфа поймала какую-то рыбу, не помню уже. А вот на этом крючочке я поленился сделать бусинку. И вот уже не так удобно. Вот она, нимфочка. Парыша подсажу и вперед. И вперед. Третья снасть пошла в воду. Все готово, я установился. Что-то я вот даже не знаю, шмель ставить, не ставить. Что-то прямо как-то тепло очень даже. Пока, наверное, воздержусь, а там видно будет, может, поставлю. Судя по обстановке, сегодня плюсовая температура. Мы подъехали к месту высадки. Был плюс один, Саша смотрел. Пускай тут ноль или даже минус один, но ни пар ни изо рта не идет. Днем, короче, теплее будет по-любому. Не, я, наверное, все-таки шмель поставлю. Да, просто я уже остыл. И чувствую, что начинает этот потихоньку ветерочек, сквознячочек. А, соответственно, это приведет к соплям рано или поздно, как минимум. Буду я, наверное, шмель распаливать. На малых оборотах, по чуть-чуть, пускай пыхтит. Блин, у меня реально настроение как никогда хорошее сегодня. А, Сань, к чему бы это? К рыбалке. Хороший, да? Угу. Посмотрим, как сегодня фартанет, нет? Хоть чуть-чуть поймаем рыбки-то. Ой. Уф, уф, какой. Так, куда мы его поставим? Вот сюда где-нибудь. В общем, шмель поставил. Будет работать на малом огне пока. Дверь открыта наполовину. Форточка тоже открыта. Так что угарные газы будут все уходить. Ну и никакого дискомфорта не будет. А то пока пришли, немножко взмокли. Подостыл, прям чувствую прохладу. Так что сейчас пока со шмелем посижу. Сегодня мы сюда приехали в ожидании поймать белой рыбы, а именно сига, хариуса и, возможно, езя. Если будет рыбалка такая же, как в прошлый раз, возможно, конечно, нас будут одолевать ерши, но белая рыба ловилась. Посмотрим, как будет сегодня. Настроение сегодня боевое. Вообще огонь прям такой, прям, ух. Не знаю, говорю, прям несколько раз сегодня отметил. Посмотрим, к чему это. Я практически восстановился. Те, кто, ребята, переживал за это время, всем большая благодарность. Все нормально, я в строю. Я с вами, рыбаки. В общем, приступаем к рыбалке.
поклевочка была вяленькая. Блин, не ерш, хороший удар по губе был. Ой, как обидно. Не, ребята, не ерш. Удар был по губе и хороший прям. Возможно, сижок. На нимфу черную клевал. Что-то я подумал, надо, наверное, еще одну луночку пробурить. Под мормышку тяжелую. Палатка мешает. Вот так я еще не бурил. Такую мормыху поставлю без груза. Она большая, тяжелая. Буду играть в течение дня. Пытаться подманивать хорюска. О, ершака поймал. О, еще один ершак. Началась массовка. Ерши подошли. Как позавчера, Сань, 8 часов, вот прям почти ровно. Сегодня 8:08. Хотя первый, наверное, как раз 8 попался ерш. Вот сейчас через 8 минут еще один попался. Как по расписанию клюют. И еще один ершак. Так, наверное, свет пора вырубать. Более или менее видно. Сейчас расцветет получше и будет хорошо видно. Вот это здоровый ерш попался на мормышку, на два опарыша. Вот это да, кабанядзе. Попался ерш. На удочку, где просто мормышка. Я-то думал, хорюзок поклевывать начал. А тут все ерши сопливые. Пошла жара, ерши подошли. Ого! И тут, и там. Клевание ершаковское. Я тоже только что поймал ершка. Вот один за одним, ершовое царство. Ох, прозевал, поклевка какая хорошая была. О, сижок попался. На червячка взял. Только-только нового посадил червя, сразу клюнул. Ершачок прилетел.
Опа, сижу на опарыша. Чисто на мормышку взял. У меня в палатке огурцами пахнет. Тик же, как огурец, тоже пахнет. Ху-ху! Ерша поймал. Почти с ладонь. О, какой. На нимфу, на черную. Позарился. Вот это ершак. Кабан. Есть хариус. Хорошенький. На нимфу черную взял. Вот прямо изо рта торчит. Есть еще один. Хариус? Да, на нимфу. Я подряд? На зеленую. Ага, подряд. Так вот же говорю, тишина, тишина, дресь, тресь есть. Прям как вот стайка подошла, видимо. О, как две нимфы сработали сразу. Подкамешник попался. Бычок подкамешник попался, вон какой. Отпускаем. Набычился такой. Бычок набычился. Ему, похоже, и здесь хорошо. Пригрелся. Иди, иди отсюда. Но пока у нас временное затишье в клеве, где-то уже часа полтора не клюет, грубо говоря, с 10, как отрезало, уже 11:30, пока тишина, хотя позавчера с 11 были поклевки опять. Пойдемте пока до Саши дойдем, посмотрим, что у него есть на новом месте, где он перебурился, спросим, как дела. На улице благодать. Вышел немножко размяться. Фу, а то спина пока нагружается сильно. Саша, он пересел, сидел здесь, пересел немножко ниже нас. Там попробовать, то у него не клевало. Сороки всякие летают. Вот такая вот здесь красота. Здравствуйте. Так, о, вот это батон. Вот это Саня поймал кабаняку. На новом месте результат есть. Опа, ничего себе, у него там, смотрите, какой девайс есть. Видно, да, рыбу? Да. О, видно. О, что это было? Да, мальки проплывают. Ну вот, ни одна рыба мимо не проплывет, незамеченной. Не то, что мы сидим, гадаем постоянно, что там есть, что там нету, что клюет, тут все видно. Вот так зашел в гости, на кофе попал. Что-то вообще как-то странно, не знаю, что-то, я думал, сейчас как начнет, опять с 11. Думал, будет сейчас рыбалька, а оно что-то как-то это, говорит, пацаны, пока отдыхайте. Конечно, интересная штука. Я вот и говорю, жалко, что у них качество изображения, вот когда выкладываешь на компьютер, очень сильно портится. Так бы уже давно тоже купили такую штуку. Ну, для себя, конечно, нормально вот так чисто сидеть, ну, как бы так. Но вот не для съемок именно, жалко. Говорю, чуть-чуть качество улучшится, будет хорошо.
Сейчас вроде появились какие-то камеры, ну я уже рассказывал, надо это посмотреть чуть-чуть. Да есть самые цены от самолета. Да блин, да, цены, конечно, вообще сумасшедшие. Так, ладно, я пойду. Ой, а то вдруг там клевание начнется, а меня нет. Ладно, давай. Че, у тебя тишина? Тут тоже тишина. Что-то какая-то. Кругом тишина. Да я тоже затек весь, думаю, пойду дойду до Саши. Постовушку поставил, одного ершака поймал здесь. Вот еще один ершак сидит. Я только что походил, поиграл, ничего не было. Вот, наверное, поиграл и попался сразу же. У нас тут такая новость, ребят. Есть речка в Уктыльском районе, правда, очень далеко. Труднодоступная. Луна называется. Так вот, она вчера тронулась. Хотите верьте, хотите нет. Вот такая вот зима. Середина декабря, а у нас мелкие реки пошли опять. В общем, весна пришла, другими словами. Ой, хорошо, весна. Зимы не будет. Какой-то год же был, я сидел на 1 января, дождь лил. На Соплинской переправе рыбачил. Вот это прикольно было, рыбалка. Сидишь, с палатки течет, все течет. Вокруг сантиметров 20, наверное, воды. В 95-м году я приехал на Новый год, дождь был. Ну вот, какой, 95-й, да, вот значит, в 95-м и был этот год. Ой, надо удочки проверить, посмотреть, что тут происходило в мое отсутствие. А то, может, каких-то червей поснимали. Оторвали там. Или, может быть, ёршики сидят где-нибудь. Молчаливо. Никого. Червь в порядке. Так, тут удочка на опарыши и нимфа. Все на месте. Кормушку потрясу сейчас чуть-чуть. Помогает, частенько потрясешь. Сегодня хариуса так вот поймал. Потрясу сразу. Бах-бах. Подошли. Движение сейчас создадим здесь. Поиграем немножко. Постучим грузилом по дну. О, зажиганчик с палец попался. Надо руку охладить, отпустить его. Все, убежал сам. О, есть сижок. Так, ну в общем что, ребят, на этой нотке буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Ребята уже собираются. Время второй час. Че, быстренько подведем итоги. В общем, утренний клев был хороший. Клевал где-то минут до 15-11. Потом вот как вот мы сказали, пошел град. Все как отрезало. Сидели, сидели, сидели. И вот только где-то у меня минут 21 начали ерши попадаться. И вот только что на ваших глазах вытащил сишка. Кормак я уже вытащил. Вон он лежит. И, соответственно, без кормака. Ну, видимо, по дорожке каши подошел, сик попался. Вот мой улов весь. Довольно-таки неплохие сишки, хорюски и 28 ершей. Во! У Николая без изменений одни ершаки. Уж не буду показывать. Ну и у Александра тоже без изменения. Один вот хорюс здоровенный попался. Пару-троек ершей. И в конце ему, вот когда вот начала расклевка происходить, как говорится, вечерний клев, перепутал ему снасти. Один ерш и один бычок под камешник. В общем, перекрутил Саша
пришлось обрезать все это дело. Что-то делать уже смысла нету, так как уже вечереет. Через буквально минут 30 уже будет, ребят, темно. В общем, у нас осталось 30 минут, и я собираюсь. На этом все. Желаю всем удачи, счастья, мира в дом и будь добру.